Период праздничных дней для служб быстрого реагирования самый жаркий. В это время сотрудники инспектората полиции Басарабяска стараются сделать все, чтобы поддержать общественный порядок в городе и селах района. Тем не менее, без правонарушений новогодние и рождественские праздники все равно не обошлись. С 31 декабря по 13 января в инспекторат полиции поступило 55 вызовов. Было зарегистрировано 39 правонарушений. К счастью, серьезных среди них не было. В основном это были нарушения правил дорожного движения. Для медиков службы скорой помощи новогодние и рождественские праздники тоже ничем не отличались от будней. В этот период к ним поступило 345 вызовов. Чаще всего на что люди жаловались? Все жалобы, которые возможны человека, начиная от того, что зуб болит, те же температуры и кризы гипертонические, все в таком, переломы, вывихи, побои. Были пищевые отравления в этом году? Нет, больше всего злоупотребление после злоупотребления алкоголя, некоторые проявления, суицид, доставленная хирургии и так далее. Для сотрудников службы чрезвычайных ситуаций Новый год начался с регистрации несчастного случая со смертельным исходом. 1 января в городе Басарабяска из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора погиб мужчина. Получилось так, что там такого возгорания не было, но предположение есть, что отравление угарным газом. Площадь пожара была там 20 сантиметров на 80, небольшая площадь, но... Понимаете, этот пластмасс, эта дуйка имеет пластмасс, немного потлело дерево, коврик, и человек задохнулся. Скорее всего, задохнулся, пока я не могу утверждать, что это от этого. В целом же, по отзывам руководителей служб быстрого реагирования, праздники прошли в районе без серьезных происшествий.